Так, 1 октября 2023 год, к сожалению, это все, что нам достается от солнышка. О, ну, кстати, вон пятнышко вижу. Совершенно четко различимое. Вон, сейчас спрячется посередине экрана, сейчас спрячется за облако. И вон, смотри. Да ну, господи, ну, с паршивой овцы хоть шерсть стекло. Смотри, какое. Явно. Различимое пятно хорошее. Ну, не все коту масленица. Видимо, МКС тоже сегодня получится так себе снять. Хотя нет, над нами вроде так еще довольно. Хорошо просматривать. Ну ладно, не будем, господи, что тут снимать. 1 октября 2023 год. Поздравляю всех украинцев и сочувствующих с Днем защитников и защитниц Украины.